Доброго времени суток, друзья! На просторах интернета наткнулся на один интересный проект. Называется My Truck Game. Ну, в общем-то, играть здесь еще пока что не во что. Игра находится в разработке и есть только демо-версия этой игры. Все, что удалось выяснить по поводу разработки этой игры, это то, что этим занимается всего один человек, и делает это он на движке Unreal Engine 4. В каком же направлении будет развиваться этот проект, пока не особо понятно. Будет ли он синглплеерный или онлайн? Ну, скорее всего, онлайн. Трудится же человек уже 5 лет над этой игрой. Первое упоминание есть 20 марта 2015 года, а последнее 20-х числах февраля месяца уже этого года. Человек планирует выпустить то, что он уже сделал, в Steam как ранний доступ. Но пока вот так. Но, тем не менее, о дате выхода этой игры пока никакой информации нет. Ну, давайте посмотрим, что представляет из себя игра на данный момент. На данный момент надо сказать, что она еще сыровата. Очень корявенькое управление, но уже присутствует физика автомобиля, физика груза. Но, к сожалению, отсутствуют варианты переключения вида. Вид всего один, от третьего лица. Вот то, что мы сейчас видим. Вида из кабины, по-моему, даже не планируется. Повреждений у грузовика тоже нету. То есть можно упасть с огромной высоты и ничего грузовику не будет. В разработке автор поставил ударение на поведение грузовика. И надо отметить, что вот это у него получилось очень здорово. Грузовик управляется хорошо и действительно ведет себя на дороге очень и очень реалистично. Ходовая часть машины реагирует на любые неровности. Резина прожимается. И вся машина, в общем-то, адекватно реагирует на управление. Не знаю, что дальше планирует автор делать с этой игрой, в каком направлении она будет развиваться, будет ли это какой-то экономический симулятор по доставке грузов или, может быть, какой-то РП-проект. Пока это неизвестно, но то, что я вижу сейчас, мне очень нравится. Задумка автора интересная и, в принципе, исполнение тоже интересное. И я, наверное, еще какое-то время понаблюдаю за развитием этого проекта. Действительно интересно, к чему это может привести. На данный момент в игре, так как это демо-версия, открытый мир представлен небольшой. Это где-то километров, наверное, 20. Это если ехать по прямой от края до края. А края карты обозначены вот такими вот скалами, которые вы сейчас видите. А для демо-версии этого больше, чем достаточно. Но на этой карте есть и демонстрационные локации. Поставлена она одна, такая локация, чтобы просто посмотреть, как это может быть выполнено, ну и есть одно взаимодействие автомобиля с заправочной станцией. А на этой локации меня немножко порадовали объекты, которые здесь присутствуют. И если кто знает игру Myst Survival, то, наверное, узнаете и отель, который здесь стоит. Конечно, он не точная копия, он немножко переработан. И вот эту заправочную станцию, у которой тоже немножко изменены текстуры. Но главным образом здесь добавлены из Myst Survival целые локации вот этих вот кемперов вместе с мебелью, со столами, которые в той игре представлены. Как видите, практически целиком локации взяты из той игры и поставлены сюда. Или, может быть, из этой игры взята и поставлена в Myst Survival. Также вот эти заборы присутствуют и в Мисте. Но это я ни в коем случае не осуждаю автора и не пытаюсь кого-то обвинить в плагиате, нет. Это, я уверен, временное решение, просто для того, чтобы показать какую-то демонстрационную версию того, что он уже наработал. Ну и вернемся, наверное, к демо-версии этого проекта. И еще раз скажу, что проект мне нравится, и я бы хотел посмотреть в дальнейшем, что из этого получится. И хоть в игре пока для демонстрации представлен только вот этот грузовик цистерна, у автора уже есть ряд наработок. Вот посмотрите, какие еще машины он уже сделал, и уже, в общем-то, они играбельные. Также в этих видео-вставках, которые вы сейчас видите в углах экрана, видно, что и над миром автор тоже поработал. Он не везде пустынный, как видите, есть и зеленые оазисы, и горы вдалеке видны, тоже немножко переделанные. То есть над миром автор тоже уже потрудился. То есть осталось его только, в принципе, залить. Также мне очень интересно посмотреть на самосвал, который сейчас вы видите в правом верхнем углу. И вот было бы лучше, если бы автор его дал для демонстрационной версии, а не цистерну. Вот посмотреть, как идет загрузка, погрузка и как ведет себя машина, как работает физика, вот это было бы гораздо интереснее. Ну, что имеем, то имеем, в общем-то. Пока есть только, к сожалению, цистерна.
Ну, что имеем, то имеем. Ну, а сам мир пока выглядит вот так. Есть куча настроек под ваш компьютер, под ваши, так сказать, вкусы. Можно, видите, сделать прорисовку максимальную, но пока это не имеет смысла, потому что мир не очень большой, и мы вот сейчас видим, да, как он огражден. Ну, это демо-мир, поэтому чего здесь ждать? Ну и в общем-то вот такая вот игра. И очень будет интересно посмотреть, в каком направлении она будет двигаться, какие будут здесь условия игры, что это будет вообще за проект. Я еще буду заходить, буду посматривать за этим проектом. Ну, если будет что-нибудь интересное, наверное, выложу на канале. Ну, а на этом, наверное, все. Спасибо всем, кто посмотрел. Всего вам доброго.